Меня зовут Инна Бадалян. Я живу в России, в городе Краснодар, и много лет занимаюсь реабилитацией детей с двигательными нарушениями. Сегодня я нахожусь здесь, в Армении. Я работаю с детьми ДЦП, то есть по своей профессии. Приехала сюда волонтером. Почему приехала волонтером? Ну, это, наверное, сложный немножко такой вопрос. Наверное, не сложный, а правильнее сказать, наверное, более трогательный. Я армянка, живу в России всю жизнь. Наверное, зов души, как бы это громко ни звучало, но зов души, помощь своему народу, своей земле. Скорее всего, я не открыла что-то особенное и что-то новое для себя. Я просто в очередной раз подтвердила, наверное, свое понимание, свою любовь к Армении, свою любовь к армянскому народу. Ну, не знаю, основной двигатель, что движет мной, движет любовь к детям, во-первых, прежде всего, это моя профессия. Любовь к детям и любовь к своей родине. Я хочу обратиться ко всем армянам, живущим в России. Если у вас есть еще какие-то сомнения по поводу того, приезжать ли в Армению, не приезжать, нужна ли в Армении ваша помощь, хочу сказать однозначно и уверенно, ваша помощь нужна. И не надо откладывать, она нужна здесь и сейчас. Поэтому, конечно, приезжайте в Армению. Армения очень открытая страна, очень добрые, открытые люди. Поэтому вам тут рады, и ваша помощь действительно нужна.